В селе Выгода спасли из огня женщину с малышом. Ее заметили прохожие в окне третьего этажа, из которого валил плотный дым. Операция, организованная местными жителями, до приезда пожарных длилась довольно долго. Бронированные двери не поддавались, а лестница, которую принесли люди, с трудом доставала до второго этажа. Пытались целый час открыть дверь, так ничего не смогли. Побрезали петли, побрезали замки, все, ничего нельзя было сделать. Это продолжалось до тех пор, пока не приехали пожарники. Пожарники, слава богу, приехали нормально, вовремя. Могли бы приехать быстрее, если бы была дорога хорошая. Плюс железнодорожный переезд их задержал, еще там поезд как раз шел. Чтобы не терять время на переезде, спасатели взяли выдвижную лестницу и несли ее на руках прямо к дому. Благо, он был в 100 метрах. Они добрались до третьего этажа и эвакуировали женщину с ребенком. Тушили огонь две машины. Спустили сначала мальчика, потом мать. Передали в карету скорой помощи. И в дальнейшем приступили к тушению пожара. Пожар был сразу локализован. У женщины с ребенком диагностировали отравление угарным газом. После обследования они были отпущены домой.